Сегодня ночью со стороны Крыма было полностью перекрыто движение через админграницу. Не пропускали ни людей, ни транспорт. Россия обвинила украинскую сторону в диверсиях. По данным российских СМИ, на оккупированном полуострове за сутки произошли две аварии на высоковольтных линиях, питающих Южный берег, и на газопроводе под Алуштой. Без газа 1500 человек. Тем временем в Госпогранслужбе Украины заявили о причинах прекращения транспортного сообщения, им не сообщали. Но сейчас движение уже разблокировано. Сегодня с 1 години ночи до 10.30 мы спостерігали ситуацию, что представники країни-окупанта на тимчасово окупованому півострові не пропускали ані транспортні засоби, ані пасажирів на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Причини такої ситуації нам невідомі, тому що ми не підтримуємо стосунків із представниками країни-окупанта на даному напрямку. Десь близько 10 години 30 хвилин поступово рух транспорту на усіх трьох КПВ відновився.